конкурс «Дети читают стихи» для labyrinth.ru Зайцева Марина, 9 лет, город Смоленск. Дора Хайкина, ходит наша бабушка. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. А если будет горько, ну что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокую, за водой глубокую. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые я твои найду.